Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 762. Пол покрасили масляной краской два раза. В первый раз на каждый квадратный метр пошло 125 грамм краски, а во второй 75 грамм. То есть 1 метр квадратный – это 125 грамм, это в первом случае. А во втором случае 75 грамм. Сколько понадобилось краски, если длина комнаты 6 метров, а ширина 5 метров? То есть давайте напишем длина 6, ширина 5 метров. И сколько всего понадобилось грамм краски? И первым действием узнаем площадь комнаты. Для этого нужно 6 умножить на 5. Получаем 30 метров квадратных. Это площадь комнаты. Теперь мы сможем узнать, сколько всего на 1 квадратный метр истратили краски после того, как первый раз подкрасили и второй. Для этого нужно 125 и 75 сложить. И получаем 200 грамм краски всего на 1 метр квадратный. Ну и третьим действием мы узнаем, сколько всего краски потратили. Для этого нужно площадь всей комнаты умножить на 200. Получаем 6000 грамм или 6 килограмм краски. Давайте наши граммы, килограмм возьмем в скобки. Всего понадобится. Ответили на вопрос задачи. Можно записать ответ 6 килограмм. И выполнили задание 762. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.